Всем привет, друзья! Как я и писал в сообществе канала, китов мы ловим уже давно, а видеороликов про них я не делал, вот и пришло время исправлять ситуацию. Сегодня поговорим о всем, что касается кронотских китов, и данное видео разобью на отдельные фрагменты, а позже разделю для вашего удобства его по тайм-кодам в YouTube. Киты обитают на всех локациях, находящихся в открытом море. На каждой из них можно встретить разных китов с разной интенсивностью клёва. На некоторых локациях сейчас остановимся подробнее. Самая популярная локация для ловли китов – изрубленный берег. Популярна она, во-первых, из-за того, что самая короткая. Тем самым позволяет быстрее вываживать китов, меньше изнашивая снасти. А шанс на вылов крупных экземпляров за счет этого повышается. К тому же это одна из тех локаций, где хорошо клюют все киты. А именно, кит синий, кит серый, японский, горбатый, кашалот, кит горбатый альбинос, ну и бесполезный во всем, кроме официального турнира китолов, малый полосатик. Здесь же очень редко, но попадается касатка, но ловить вне турнира ее нету смысла, об этом поговорим чуть позже. Разлов китов – это, наверное, самое важное и при этом самое сложное, казалось бы, но нет. Впервые войдя на локацию, возьмите с собой наживку мяса глубинного краба. Именно с ней изготавливаем прикормку жмых плюс мясо глубинного краба. И прикармливаем понравившуюся точку глубиной не менее 20 метров. Так как примерно с такой глубины прописаны синие и японские киты. Если у вас в наличии только одна удочка для ловли китов, достаньте две любых поплавочных снасти и закиньте все три удочки в разные ямки, прикормив их. Таким образом вы найдете точку, откуда произойдет первая поклевка за тонну. Самые же популярные точки заброса вы сейчас увидите у себя на экране. Немного половив на мясо глубинного краба, можно переходить и на креветку. Но учтите тот факт, что на нее киты клюют не так часто и приносят больше обрывов. Но при этом общий средний вес будет тоже выше. Клюют киты также и на большого живца и крабовое мясо, но, к сожалению, очень редко. Так что на такие наживки даже на 3 удочки ловить довольно сомнительно. На более свежих аккаунтах киты, скорее всего, начнут клевать почти сразу, и могут пойти они в нескольких точках. Хорошо это или плохо, каждый решает себе сам. Для меня лично это иногда становится проблемой, так как клев бывает слабым и начинается проверка всех подряд точек на всех 3 серверах. По поводу смены серверов, есть ли в этом смысл? Мой ответ однозначно да. Кроме того, что порой нужно поменять сервер для того, чтобы киты по крайней мере заклевали, так еще и веса сервера в одно и то же время раздают по-разному. Не до конца понимаю, как это работает, но на относительно старых аккаунтах довольно тяжело идет разлов некоторых видов, в том числе китов, а именно затрудняется поиск своей точки. Если у вас именно такой аккаунт, то начинайте постепенно прокидывать всю локацию с глубинами более 20 метров. Если проверив всю локацию, точки с нормальным клевом не найдется, то вариантов немного, либо меняйте локацию, либо аккаунт. На этой же локе можно найти кита серого для китового турнира. При поиске используйте мидию в качестве наживки и прикормку жмых плюс мидия. Клюет он и без китовых отваров, но не так часто, как остальные киты.
Возвращаясь к турниру Китолоу. Одной из баз, на которой он проходит, является Кранотский залив. По заданию нужно словить наибольшие веса кашалота, касатки и малого полосатика. Идеальная локация для этого трио – тресковая банка. Здесь на большого живца или обычного живца клюет крупный кашалот, а приловом и полосатики с касатками. По моему мнению, это единственный китовый турнир, где есть шансы победить, имея топовые удочки, но не используя китовый отвар. Ведь зачастую решает победу именно самый крупный кашалот, который может вылететь и без отвара. На этой же локации есть и остальные киты, но ловить их тут вряд ли есть смысл. Еще одна локация, на которой ловят китов для заработка, это холодные скалы. Здесь все аналогично изрубленному берегу, кроме того, что локация длиннее и здесь преобладают кашалоты при ловле на глубинного краба или киты горбатые при ловле на креветку. Но зато во втором случае поклевок заметно больше, чем на изрубе. Ночью на креветку очень часто клюет кит японский. Ловится здесь и касатка для турнира, о котором говорили чуть раньше. О последующих локациях буду рассказывать в двух словах, ведь почти все они между собой идентичны, и все, что нужно, я рассказал на примере локации «Изрубленный берег». Локация «Старая посудина» подойдет для вылова крупных японских китов, но здесь очень много обрывов, что усугубляет процесс заработка на них на этой локе. К тому же интенсивность клева не такая высокая. Кстати, вы можете попробовать так называемый перенос точки с локации на локацию и даже ловить китов в одной точке почти на всех локах. Это значит, разловив какую-то ямку, закидываете туда удочки, меняете локацию и нажимаете на кнопку перезаброса. Если она совпадет с ямкой более 20 метров, возможно, здесь у вас тоже будут клевать киты. Гнездо орла. Тоже неплохая лока для ловли китов, но в большинстве клюют киты горбатые альбиносы и обычные горбачи. Но есть и один большой плюс. Это очень крупные японские киты, которые клюют не часто, но все же тут они есть. С синим китом на этой локации все плохо.
Локации мыс Доброй Надежды и с видом на вулкан не очень хороши для заработка, так как здесь клюют в основном киты горбатые, которые слишком часто рвут леску, даже на топовых снастях. Но для эксперимента сойдет немного половить. Еще один немаловажный вопрос – это снасти, на которых можно и нужно ловить китов. Я лично не ловлю здесь ни на какие удочки, кроме топовых на данный момент. Но у меня есть возможность общаться с большим количеством людей, которые используют и другие снасти. Поэтому могу сделать такой вывод, что на данный момент для заработка на Кроносском заливе подойдут удочки не менее 30 тонн. С удилищами более низкой грузоподъемности лучше ехать ловить финвала на лафатенах, либо на чили. В зависимости от того, сколько у вас удочек. Там вы будете хотя бы за счет звезд окупаться. Если у вас цель не заработать, а прокачать опыт, то да, подойдут даже и 18 тонки, но будьте готовы к большим затратам на мясо глубинного краба, кучу лески, бомы, отвар силы и уху. По поводу катушек могу сказать только то, что чем больше мощность катушки, тем медленнее изнашиваются удочки за счет более быстрого вываживания рыбы. Но все еще зависит от того, ловите вы руками или макросами на мышку. Если руками, то здесь уже не так важна мощность катушки, а удобство, в плане баланса шкал. Минимум же, который подойдет для ловли китов, это, по моему мнению, викинги или инки, с мощностью 180 и 190 единиц соответственно. Самый же главный атрибут для китолова, кроме удочки и катушки, это пояс, который упрощает вываживание крупной рыбы за счет уменьшения нагрузки шкал. То есть при вываживании без пояса шкалы будут заполняться настолько быстро, что вы попросту не будете успевать отпустить кнопку. Минимум, который нужен из поясов, это титановый, но идеальный вариант композитный пояс. Второстепенную роль играют и перчатки, их лучше сразу покупать кевларовые. Далее поговорим о не менее важной составляющей при ловле китов – это их продажа. Давайте сначала скажу о самом простом. Первое и самое важное, что нужно знать начинающему китолову, что нельзя продавать никаких китов или финвалов, когда ему угодно. Во-первых, вы этим самым можете потерять почти все свои деньги с их продажи, а во-вторых, испортить хорошую цену для остальных игроков на следующие 5 реальных часов. Ведь цены на рыбу меняются и обнуляются, если так можно сказать, каждых 5 реальных часов. Отследить это можно на сайте Русской Рыбалки 3, ссылку я оставлю в описании. Зайдя на сайт, перейдите в раздел «Справочник» и «Цены на рыбу». Здесь вы можете найти интересующую вас рыбу. Для более быстрого поиска сочетанием клавиш Ctrl плюс английская F вызовите поисковую строку, в которой можно ввести название кита, и вас сразу перекинет на этот вид. Если вы нашли нужную рыбу, то далее обратите внимание на цифру с правой стороны. Если она ниже 11, то цена будет плохой, и продавать в таком случае точно не стоит. Также, если рыба находится где-то внизу списка, то цена тоже будет самой плохой, и продавать этих китов ни в коем случае нельзя. Также для каждого кита есть своя лучшая цена и так называемый коэффициент, который можно узнать, продав одного даже маленького кита, например, с другого аккаунта, и полученную сумму денег разделить на вес кита. Но об этом чуть позже. Давайте продолжим на сайте. На моем примере рассмотрим, что нужно сделать, чтобы узнать, хорошая на данный момент цена на кита или нет, без предварительной продажи одного экземпляра. Ищем кита японского в списке рыб. Их продано 20 штук, берем это число и в калькуляторе разделяем на количество проданных рыб на последнем месте. Полученное число умножаем на 100. Если по итогу у вас выходит значение ниже единицы, то цена будет хорошей. Это вы можете проверить, опять же, продав один экземпляр нужного вида с другого аккаунта.
А сейчас перейдем к небольшой нарезке коэффициентов на всех китов, которые я делал сам, поэтому веса, с которых следуют повышенные коэффициенты, могут быть не совсем точные в некоторых случаях. Для того, чтобы зарабатывать на китах, вам нужны опять же минимум 30 тонки, а желательно топовые, на данный момент 36-тонные удочки. Лично я ловлю исключительно на креветку вне стримов, так как на нее заработок получше. Даже учитывая большое количество обрывов по сравнению с ловлей на мясо глубинного краба, так как краб слишком дорогой. На топовых снастях я ловлю дулески 26 тонн, а дальше ухожу ловить финвала на Лафатенские острова, где убиваю удочки до 52%, после чего ремлю и все заново. Леску покупаю через 2 тонны, начиная с 34. Чтобы не поломать удочку, вам стоит скачать утилиту для расчета лески по ссылке в описании или в нашем дискорде, где в первой строке вписываете грузоподъемность новой удочки, а во второй строке леску, которую установили или хотите установить. И вам отобразится процент, с которого стоит сменить леску на более низкую, уже с запасом в 1%. Но я добавляю к этому значению еще 1%. Меняю леску каждых 2 тонны, используя лески только с круглыми цифрами, чтобы было удобнее вести подсчет. Какие устанавливать руны, вам решать самим. Могу сказать лишь то, что особого эффекта от руны мастера и кракена здесь нету. А хищники с карнотскими китами абсолютно бесполезны, так как здесь вам нужны крупные киты для продажи, а хищник будет вам помогать вылавливать большее количество, но веса будут чаще ближе к минимальному. Ну а на этом, думаю, можно завершить данный видеоролик, который получился и так довольно длинным. Если вы досмотрели это видео до конца, то напишите об этом в комментариях. Также не забывайте поддерживать видеоролик лайком и подписываться на мой канал. На этом все, всем удачи и всем пока.